Раннее утро, а на центральной площади города уже дежурит бригада монтажников. С минуты на минуту рабочие начнут установку главного символа предстоящих праздников. А вы знаете, что здесь делает этот КАМАЗ? Наверное, что-то устанавливает. Ёлку! Мы очень рады, это прекрасно. В прошлом году здесь стояла такая большая, была классная, да? Нам очень нравилось. В этом году будет еще лучше. Тогда еще будет лучше. Дождались. На территорию въезжает она. 15-метровая, пушистая, праздничная елка. Я вам каждый год от настроения привожу. Под Новый год всегда настроение прекрасное. Новогодняя красавица дожидалась своего часа несколько месяцев. Все это время ее хранили на складе в Шатурском районе. Спячку елка провела в специальных пластиковых контейнерах, которые защищают ее от деформации и повреждений. На пути в Химки эта елка преодолела расстояние более чем в 200 километров. На вопрос о том, сколько же здесь веток, монтажники отвечают – много. На сборку такой зимней красавицы им точно потребуется не меньше 6 часов. В первую очередь собирают каркас дерева. Металлическая конструкция весит около 300 килограммов. Такую точно не сдует ветром. Затем начинают вешать на туловище ветки. Ну и какая же новогодняя елка без большой звезды на самой верхушке? Несмотря на то, что еще рано, но уже ощущение Нового года аккуратней. Десятки разноцветных шаров и тысячи мерцающих огоньков на гирляндах. Вот она, главная елка городского округа. Буквально на днях уже всю площадь украсят разноцветной иллюминацией и откроют театральный каток. Начало подготовки к праздникам положено.